Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы и случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. В этом видео мы познакомимся с одним из самых популярных средств компании Sera, протоцоль, или как его еще называют, протозол. Основано данное средство на веществе малахитового зеленого, однако его цена в 15 раз выше. Почему? Дополнительно формула протозола мне неизвестна, но протозол значительно эффективнее обычного малахитового зеленого, и дозировка этого препарата гораздо меньше – 1 мл на каждые 20 литров аквариумной воды. Работает гораздо более продолжительное время, хотя производитель требует делать подмену воды через 24 часа как минимум на 80%, и об этом сказано в инструкции. Помимо этого, его можно применять в широком диапазоне различных значений pH. И, пожалуй, самое главное, он менее токсичен при лечении чувствительных рыб, но не забывайте, что химия есть химия. Давайте, наконец, откроем коробку и посмотрим, что в ней находится. Конечно, тут идет инструкция, куда мы без нее денемся, в принципе. Сам флакончик, будьте аккуратны, он стеклянный, и мерный колпачок с рисочками. С рисочками. Рисочки на 2,5, 5, 10 и 15 миллилитров. Данное средство применяют для борьбы с ихтопатогенными, ну то есть вредными для рыб, одноклеточными организмами, которые являются причинами многих заболеваний аквариумных рыб. Среди таких заболеваний есть самое распространенное и всем известное заболевание, которое в народе называют манка, болезнь белых точек, или, если говорить правильно, ихтиофтероз. Я полагаю, каждый аквариумист сталкивался с этой заразой, а если еще нет, то рано или поздно с этой проблемой столкнется. На данный момент мой молодой астронотус покрылся белыми точками. В одном аквариуме с ним, кстати, находятся другие рыбки. Поясню начинающим аквариумистам, если ихтиофтерозом заболела одна рыбка, это не значит, что другие не заболеют. Это значит, что если сразу не применить какие-либо меры, то через несколько дней все рыбки будут облеплены этими белыми точками. Еще один момент. Эти одноклеточные размножаются и живут в грунте, и из грунта атакуют рыб, проникая под эпителию. Поэтому не стоит полагаться только на химические средства, в том числе и на данное средство. Обязательно по возможности поднимите температуру воды до 30 градусов по возможности, если это позволяет сделать рыбки, и сифоньте грунт на ежедневной основе. В инструкции от производителя сказано: добавьте 1 мл на каждые 20 литров аквариумной воды. Биологические фильтры могут быть при этом включены, то есть они могут работать. В случае сильного загрязнения следует произвести их чистку перед применением средства, а в период применения средства уф лампы должны быть выключенными. Через 24 часа производитель пишет о том, что необходимо сделать подмену как минимум на 80%. И мы, конечно же, это обязательно сделаем. В случае возникновения помутнения произведите подмену воды незамедлительно, то есть сразу. Да, такие случаи тоже бывают и были у меня. Но самое главное и интересное, что производитель уверяет нас в том, что мертвые паразиты ихтиофтириуса могут быть видны в виде разбросанных по телу рыбы белых точек в течение 2 дней после применения данного средства. А это значит, что протозол каким-то таинственным способом проникает под эпителию рыбки и там уничтожает паразитирующих одноклеточных. Обычно одного применения достаточно. В тяжелых случаях необходимо повторить обработку через 4-5 дней, ну, грубо говоря, через неделю. Не превышайте, самое главное, не превышайте дозировку, так как ослабленная рыба может оказаться более чувствительной, то есть она может погибнуть. И недопустимо применение вместе с другими лекарственными средствами этого средства. То есть с другими средствами не стоит их совмещать. Ну что, друзья, хватит разговоров, давайте применять это средство на практике и наблюдать за уничтожением ихтиофтириуса. Поехали! Объем аквариума, в котором находится наш больной астронотус,
чуть больше 50 литров. В общем, мы делаем дозировку на 50 литров. Это получается, если 1 мл на 20 литров, то 2,5 мл. И рисочка здесь такая есть, да, мы уже смотрели ее. Где? Вот она здесь, 2,5 мл. Для того, чтобы открыть колпачок, нам нужно на него немножко нажать и после этого его повернуть. Налили ровно 2,5 мл. Теперь пойдемте выливать. Друзья мои, прошло 24 часа, и нам пора сделать подмену воды примерно 80%. Давайте это сейчас мы и сделаем. Друзья мои, прошло 2 дня. Посмотрите на нашего астронотуса. Как видите сами, никаких белых точек на нем не осталось. А это значит, то, что наше средство работает. Друзья мои, на этом видео подошло к концу. Как видели сами, данное средство серомедпротазол, или протазол, как говорят, работает. И, соответственно, я могу порекомендовать его вам для использования у себя в аквариумах. Обязательно напишите мне, какие вы еще используете средства для лечения аквариумных рыб. Если вам понравился этот обзорчик, обязательно поставьте пальчик вверх. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.